Добрый день! В этом видео мы с вами посмотрим, как полировать фары автомобиля обычной дешевой пастой. Она стоит вообще почти что ничего, в районе 20 рублей. Фары автомобиля мы будем полировать, опять же повторюсь, зубной пастой и щеткой. Сначала фару обязательно надо чем-то протереть. Потом взять пасту и промазать фару. Вот. Дальше мы возьмем щетку и разотрем эту пасту по всему стеклу. Возможно, даже взял немного больше пасты. Сюда надо совсем немного. Ну, давай не пытаемся. В моем случае это автомобиль ховер. Вот у нас должна получиться вот такая замутненная жижа на стекле. На стекле автомобиля. Что ж, что мы сейчас сделаем? Вот так вот у нас все получилось. Мы сейчас сольем нашу. Мы сейчас сольем нашу пасту, которую мы нанесли на стекло. В общем, мы сейчас плеснули немного воды. Попробуем смыть. Но вы спросите, зачем все это? В случае эксплуатации автомобиля фары загрязняются и они плохо пропускают свет. Ну, в общем, мы сейчас это все смоем и вернемся. В общем, мы сделали с автомобиля вот эту вот зубную пасту. Сейчас мы будем протирать нашу фару. И у нас вначале видели. Видео вы видели, какой был результат и какой сейчас. Блестящая кристальная фара. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. По мне, это очень хороший способ и очень дешевый способ. Взгляд на лицо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.